подарить свёкру на день рождения. Почему-то считается, что женщины любят подарки, а мужчины вполне равнодушны к праздничным сюрпризам. А вот и нет. Мужчины в глубине души также ждут сюрприза к своей дате и подарка. И от нас зависит, смогли ли мы учесть индивидуальность конкретного человека. Вот, например, что подарить свёкру на день рождения? Чтобы подарок удался и понравился отцу мужа, нужно обдумать все до мелочей. Можно поступить следующим образом. Вспомнить все фразы, сказанные свекром невзначай. То есть необходимо восстановить в воспоминаниях его слова в каких-либо материальных желаниях. Может, тесть давно хотел рыболовные снасти или многофункциональную кофеварку. Если же давнее желание выявлено, то необходимо убедиться, не подарил ли кто-нибудь недавно что-то подобное. Поинтересоваться увлечениями свекра. Это можно узнать у знакомых и родственников, либо вспомнить самостоятельно. Отец мужа может коллекционировать различные предметы, увлекаться верховой ездой или даже выращивать цветы. Необходимо помочь ему в этом хорошим тематическим подарком. Учесть сферу деятельности. Можно подарить какой-либо профессиональный подарок. Но такие дары не вызывают особого восхищения, потому рабочие моменты хочется оставлять на работе и забывать про них в такой важный день. Заранее ненавязчиво расспросить самого свекра о его давних мечтах. Это должно выглядеть как обыкновенная беседа по душам, а не подготовка ко дню рождения. Ведь подарок должен быть неожиданным сюрпризом. Итак, ваш свекор любит порадовать себя ароматным кофе. Подарите ему что-нибудь из атрибутов кофейной церемонии. Добротную кофемолку, набор чашек и, конечно, упаковку лучшего зернового кофе. А в случае, когда речь идет о юбилее, установите свой выбор на дорогой кофемашине. Это его очень порадует, а теплые воспоминания вас сохранятся на долгие годы. К тому же, всегда найдется повод забежать на чашечку кофе, что еще больше сблизит вас с родителями мужа. Может быть, ваш свекор – увлеченный садовод, домовитый хозяин? То в его день рождения вы можете подарить керамические фигурки для сада, фонари на солнечной батарее, газонокосилку, электролобзик, шуруповерт. Очень часто солидные мужчины обожают украшать свой загородный дом или кабинет экзотическими растениями. Подарите дерево плодоносящего лимона, пальму или необычный редкий цветок. Неплохим вариантом для этой же обстановки может стать макет какого-то морского судна, шхуны, знаменитого в истории корабля. А может быть, ваш свекор военный? Подойдут стандартные решения, но лучше остановить свой выбор на близкой ему сфере. Солидную дорогую книгу, например, о полководцах, исторических военных событиях, командирские наручные часы и тому подобное. Всякие предметы шутки, коньяк, бутылки сабли или бутылки гранате, зажигалка в виде патрона.